4-летнего мальчика, который накануне вечером потерялся в тайге, нашли живым. Малыш почти сутки бродил по лесу один, пока спасатели, волонтеры и полиция прочесывали округ. Все произошло в Ирбейском районе. Отец многодетной семьи ушел в лес за грибами и оставил жену присматривать за 4 детьми. Женщина стала 3- и 4-летних сыновей в ограде играть, а сама пошла домой и начала заниматься младшими детьми. Через полчаса она вышла на улицу и увидела, что 4-летнего мальчика нет. Организованы масштабные поисковые мероприятия, которые продолжались до поздней ночи и продолжились ранним утром 6 сентября. На поиски выехали кинологи, местные жители и даже полицейские из соседних городов. Искали заблудившегося малыша больше 300 человек. Сначала поисковые группы нашли следы ребенка в лесу, а позже и самого потеряшку. Ребенка живым обнаружили во овраге в 1,5 километрах от деревни. Напуганного мальчика одели в теплую одежду и увезли в больницу. Как сообщили в Минздраве края, сейчас его состояние удовлетворительное и жизни ничего не угрожает. Но пока на всякий случай его оставили в больнице под присмотром врачей.